Здрасте. Добро пожаловать на толчок драки. Райан, ты чё в игрушки играешь? Ну, потому что это прикольно. Умай ва му синдаиру. Нони? Ага, сезон 2 это лето монстров Авгетп. У нас есть хроматик-скандалист для меня. Его имя Сургион Абсолютная Имба. Его так это атака с путской Билли Джин. А его ульт это Абсолютная Имба X2, потому что он становится сильнее с каждой ультой. Но мы его пофиксили, сделали это как жаждет. Если ты сольешься, то ты лошара, ха-ха-ха-ха-ха. Короче, у нас есть бравлеры из Сильвера и Золота. Жук-пчела. Кика из крабовых палочек и гопник Макс. И еще у нас есть игровой режим. Там типа нужно стрелять по Барни динозавру и вам не будут мешать роботы. А еще теперь можно использовать пины в катках, и мы продлили путь домой до 50к. А еще долгожданный ремоделька на воробушке. Подпиши, чтобы не пропустить больше, если бы Бравл Толк был правдой, пока. Блэд. Я уже устал от всего этого говна, что мы снимали. Ты можешь перестать играть с игрушками? Нет.